очень активный человек, забивной человек. Он недавно у нас в команде. Макс! Подает большие надежды. Макс, мы любим тебя! Привет, меня зовут Макс, я играю в команде Ургупс Локомотив ДТТ. Мы играем в чемпионате России по мини-футболу. Это моя команда, она не в полном составе. У нас начинается тренировка. В эту команду я попал не сразу. Был просмотр на первом курсе. Меня не взяли. Я поставил себе задачу, то, что я обязательно попаду в эту команду. Следующая задача для меня стала попасть в основной состав. Теперь играю в основном составе. Иногда забиваю мячи, иногда не забиваю. Стараюсь повысить свое мастерство. Это Макс, наш форвард нашей команды. Всегда забивает с дальней девятки самый сильный удар. Но не всегда попадает. Так, теперь Руслан. Он у нас занимается боксом, но типа, второй профиль у него мини-футбол, как бы. Очень опасный игрок. Это Рома, у него, его зовут Тинки Винки, любимый наш игрок всей команды. Очень редко попадает в ворота, всегда в штанги. Это Дима, он всегда болеет, на тренировки приходит раз в месяц или два. Это звезда нашей команды, лучший бомбардир чемпионата России. Итак, смотрите. А на воротах был Артем, мы его приглашаем в нашу команду. Стоять и защищать честь нашего университета. Сейчас я попытаюсь показать вам пару простых приемов, которые потребуются для того, чтобы обыграть защитника. Был очень слабеньким ребенком, приходилось играть в футбол. Девочки не любили слабеньких мальчиков, а я любил девочек. Поэтому пришлось играть в футбол. А вот наш тренер, вот наш тренер. Тренер, раз только пришел, у нас сразу много чего появилось нового, интересного. Игра стала гораздо интереснее благодаря новому тренеру. Что касается игрока нашей команды Недовесова Максима, очень перспективный игрок, показывает неплохие результаты. Удивил меня на нескольких турах, даже забивал решающие голы. Вот здесь у нас ребята играют в квадрат. Это игра для того, чтобы быстро и умело ориентироваться в игре с передачей мяча, быстро замечать своего члена команды, чтобы быстро передать ему пас. Помимо того, что я спортивный организатор своего факультета, я еще культорг своего факультета. Тренер не знает, что я этим занимаюсь, потому что это запрещено, чтобы я отвлекался на другие, что-то другое, кроме мини-футбола. Как бы это мой секрет. Я надеюсь, он не будет смотреть и не узнает мой секрет. Знать будете только вы. Ну вот, Макс, идем. Где он? Вон, в красных гетрах, в белых шортах. Хороший игрок по команде, выручает всегда команду в сложных ситуациях. Не могу сказать минусов про него. Я очень обожаю, как Максим играет. Он самый классный игрок, который я видел в нашей сборной университета. Еще и занимается там какими-то... Меня зовут Макс, команда Ургупс Локомотив. Я бью в дальний угол, постараюсь забить, бью один раз. Специально для ВузНьюз.